Zoro 62, watch my channel and subscribe. Это глава Эндермена. Как я обещал, после зомбика буду делать Эндермена. Хорошо, вы сразу что заметите. Вот эту полосу объясняю. Я когда делал, я не смотрел где что. Я просто хотел, чтобы на листе вместилась вся голова, развертка головы. Поэтому не судите так уж строго. Вы судите за красоту. За вот это не судите, потому что я не смотрел где что, что. Мне главное было вместить развертку головы. Вот я не знал, какие у него глаза. Я думал, как у зомбиса. Не у зомбиса, а у Стива. Оказалось, нет. У него зрачки посередине, а слева-справа белые. Цвет. Значит, вот сама голова вся черная, ну, он сам черный, конечно, поэтому у него только один яркий цвет, это глаза, в глазах. Следующее видео будет про туловище, постараюсь я его сделать сам, наверное, развертки нет, ну, если вы хотите уж развертку, то я уже сделаю вам и покажу по просьбе вас. Если вы захотите, я нарисую и сниму. Если не захотите, я делать не буду. Ваше дело, если вам надо только. Это все, если вам понравилось видео, можете подписаться, это не трудно, поставить пальцы, это тоже не трудно, это все. И прокомментировать тоже не трудно, это все, всем пока.